Сняли блок. Сегодня после 17 дней блокады спикер Владимир Рыбак наконец открыл вторую сессию Верховной Рады 7-го созыва. Правда, проработав полчаса, она приняла заявление о евроинтеграции, тут же закрылась до 5 марта. Верховная Рада также внесла изменения в регламент, направленные на обеспечение персонального голосования. Таким образом, в случае выявления фактов нажатия кнопки за другого депутата, рассмотрение вопроса повестки дня останавливается.